этой курицей было много хлопот. Она постоянно создавала проблемы, воровала мою еду, часто напивалась вдрызг и рыгала. Поступила в террористическую организацию, и я решил ее доконать и придумал для нее топ-5 издевательств, чтобы наверняка ее добить. Ребята, как вы знаете, я в постоянном поиске нормальных магазинов ключей, так как провожу много конкурсов на игры. И в этот раз я нашел крутой магазин. У них есть как оригинальные ключи-гифты со Стима, так и просто перекупленные аккаунты по очень дешевым ценам. Любые игры под ваш запрос и кошелек. А главное, это команда, которая своевременно решит ваши проблемы. Магазин Перпетум — это теперь мой магазин, и все игры я закупаю только тут. Ссылочку оставлю в описании. Всем привет, с вами Тимон, и я в этом видео сделаю топ-5 издевательств над своей курицей, которая меня доконала. На 5-м месте я поставлю промывку мозгов для нашей курочки. Думаю, мощный бронзбот ей прочистит мозги, ее поведение улучшится. Это было невероятно круто, у нее даже сопли какие-то красные вылетели изо рта в замедленной съемке. На 4-м месте я поставлю скидывание нашей курочки с большой высоты. Хочется верить, это будет фатальным для нее. Вы это видели, ребята, с нее вылетели мозги и их разбрызгало по всей территории, но похоже, наша курочка осталась цела, это совершенно на нее никак не влияет. Если первые два не сработали, значит, тогда мы усилим издевательство. Мы засыпем в нее эти шарики арбизы, чтобы она не могла кричать и звать на помощь, и размажем ее кувалдой. Это самое эпическое издевательство, как она выплюнула эти арбизы, это было круто, но опять же ей все ни по чем, я не знаю, как ее можно уже добить. Мы расслабились на 1 минуту, этим воспользовалась курица и начала звать на помощь. Это, ребята, плохо, за это мы переедем ее машиной. Ребята, ей оторвало голову. Офигеть, и зеленые киши размазались по всей моей машине, по всему асфальту. Но курочка все еще жива, она как Терминатор 2000 отрастила себе новую голову. И поэтому 1-е место мы ее просто взорвем, отправим ее далеко-далеко от нас подальше. Больше она, надеюсь, не будет меня отключать. Да, ребята, в этот раз это финал. Головы у курицы нет. Камень весь в красных пятнах. И курица обезврежена. Больше ее мне на канале не будет.
Если, конечно же, вы все-таки против, и курица ваш кумир, наберите 50 тысяч лайков, и курица отрастит себе новую голову. Как всегда в этом видео, конкурс на 2 CSGO, 2 премиум аккаунта Модкрафта, все условия в описании. Ребята, поддержите меня лайком, так как это видео я снимал 3 дня, это самое мое сложное видео, на которое я потратил кучу времени. Напишите в комментарии, какое издевательство было самое эпичное и прикольное. Подписывайтесь на канал и расскажите обо мне своим друзьям, так как ваши репосты помогут отрастить курице голову. Всем удачи и пока-пока.